Всем хай! Только что приехал курьер и прислал мне огромную посылку, просто вот такую вот. Знаете откуда? Из Кореи, конечно же. И знаете что там? Там косметика уходовая, косметика декоративная, и все это посоветовали мне вы. Пойдемте посмотрим. А еще у меня был вкладыш. Благодарим за покупку. Мы надеемся, что вы остались довольны. Для нас важно развивать наш сервис. Мы будем благодарны вам, если вы оставите свой отзыв с уважением Рус-Корея. Лайк. Я просто наслаждаюсь тем, что сейчас так сильно упростилась доставка из-за рубежа. Короче, я помню, что еще несколько лет назад, когда я заказывала себе корейскую косметику, она вообще шла, знаете, типа лет 100. Ну и сервис тоже такой, мягко говоря, не очень был. А сейчас прошло пару недель, и посмотрите, что мне пришло с Озон Глобал. Давайте сделаем распаковочку, чек, и посмотрим, что вы мне тут заказали. Две маски. Предположительно, пока она должна выглядеть, видите, вот так вот. Я надеюсь, что она действительно так будет выглядеть. Но я реально не знаю, что там, потому что таким продуктом еще никогда не пользовалась. Первая маска у нас для глаз, вторая маска тоже у нас для глаз. И перенесемся на несколько дней вперед. Знаете, сегодня такая погода, что просто все очень белое, все очень серое, неприятное. И у меня кот целый день спит, а я целый день просто валяюсь у себя на диване, и даже кофе мне совсем не помогает. Поэтому я решила, что сейчас самый лучший момент для того, чтобы попробовать вот эту маску. И знаете, что бесит? На улице так холодно, и дома тоже так холодно, что даже обогревание не спасает, поэтому я сижу вообще в теплом худаке, но правда в пижамных штанах, но это не важно. Выглядит она вот так вот. Она, кстати, с согревающим таким эффектом, потому что вот здесь вот находятся специальные компоненты. Эта штука так согревает приятно, я в восторге. В тот день я даже не подозревала, что эта маска от Steambase будет для меня таким открытием. Маска, которую ты надеваешь на глаза, которая тебя согревает и расслабляет. Тогда я даже не могла подумать, насколько для меня она будет важна. Маска для глаз. Окей. В какой-то момент дошло до того, что я эту маску стала использовать, когда, например, в такси куда-то очень долго еду, и я понимаю, что мне предстоит очень длительный путь, и чтобы максимально расслабиться, я ее надеваю, еду, и мне вообще отлично. Да. Маска для глаз. Окей. Окей. Увлажняющий тонер, очищающие пэтсы, тканевая масочка, тыквенная маска, помада, которую мы с вами сейчас распакуем. Просто огромная. Я не знаю, эта помада, она гигантская. Сейчас я покажу вам для сравнения любую другую помаду. Просто. Так, ну вот, например, тоже корейская помада. Посмотрите, стандартная упаковка помады и вот эта. Она чуть ли не в половину больше. Капец. Румяшки хайлайтер. Палетка теней номер один. Палетка теней номер два. Крем для ногтей и для рук. Румяшечки. Что ж, пойдемте приводить из этого человека человека. Если вы не поняли, что я сказала, то я сказала, что давайте сделаем перевоплощение из вот этого во что-то более нормальное. Подготовила заранее базу для проверки сегодняшней косметики. Начнем с теней из косметики. Вы посоветовали мне вот эти вот две палетки от Vivid Beauty. Давайте их посмотрим. Здесь настолько шиммерные оттенки, матовых нет вообще. Но вот этот оттенок вам больше всего нравится. Давайте его быстренько глянем. Оно прям зеркальный эффект имеет. В последнее время мне такой полюбившийся. А это вторая палетка. Мне кажется, там будет какая-то оранжево-красная гамма, что в принципе логично, судя по цвету наружности. И да, я абсолютно не прогадала. Правда, здесь нет красного, но есть коричневый. Цвета здесь уже, в отличие от той палеточки, есть как шиммерные, так и матовые. Поэтому я считаю, что это действительно очень неплохая комбинация. Начну вот с этой палетки, один цвет мне там очень понравился. Я сделала тон, я сделала себе брови. Начинаем делать макияж с тенями. Воспользуюсь вот этим вот красным оттенком, он такой красновато-персиковый. Прям на все мое верхнее веко. Кстати, тени, обратите внимание, очень пигментированные, что большая редкость для корейской косметики. Поэтому ставлю максимальный лайк. Центр века оставляю не закрашенным. Блин, это реально классно, учитывая, что у меня вообще на тенях нет ни подложки, ничего, я не ожидала. Правда, хорошая палетка. Пока я буду красить, расскажу вам про очень интересную вещь. Знаете про реферальную программу Озон? Короче, смысл в том, что каждый из вас может стать менеджером реферальной программы от Озона, просто зарегистрировавшись. Что ты будешь делать? После регистрации в реферальной программе ты получаешь свой личный промокод, делишься им с друзьями, подписчиками, соседями, вообще неважно с кем, и тебе будет доступен свой бизнес-кабинет, где будут акции и закрытые скидки по твоему промокоду. Будешь рассказывать про эти акции и скидки своим друзьям, будешь получать баллы, и всем хорошо, им получаются скидки, а тебе баллы. Баллы твои начисляются ежемесячно, и, естественно, их нужно заработать. Но прикол в том, что 1 балл – это 1 рубль, и баллами можно оплачивать до 99% всех своих покупок на Озон. То есть ты получаешь
считай, вещи даром. Вот. И да, баллы можно обменивать на рубли и выводить на свой счет, где курс обмена максимально честный. 1 балл — это 1 рубль. Реферальная программа Озон — это просто отличная возможность дополнительного заработка, который ты сможешь совмещать с работой или учебой. Решила сделать вот такой вот макияж. Изначально хотела сделать легкий макияж, но потом поняла, что палетка классно пигментирована, поэтому зачем себя ограничивать легким макияжем, если можно сделать что-то очень ядреное. И у меня это получилось. Выглядит мне прям реально нравится, как здорово. Важный момент. Обратили внимание, у меня хорошо тон на лице лежит. Короче, после этой маски я заметила еще очень интересный момент. Как будто лицо не нужно припудривать. Румяшечки. Просто супер красиво. Там рисунок молнии. Посмотрите. Объем, конечно, очень гигантский у этой косметики, я даже не ожидала. Реально колоссально большое количество. Румяна я также буду наносить в достаточно большом количестве. Вот сюда вот, под глаза и на нос, чтобы посмотреть. Свою косметику я заказала с Озона, но не просто с Озона, а с категории Global. И смотрите, какие у них есть преимущества. Они работают напрямую с иностранными производителями, достаточно быстро доставляют, и там очень много нишевых брендов и, самое главное, проверенных товаров. Даже, знаете, хочется теперь, после того, как я нанесла столько румян, сюда все-таки побольше добавить блеска, прям чтобы на румяна он заходил. Не как слезы, а просто как вот этот вот блик такой странный. Хайлайтер. Он тоже такой немножечко с розовцой, видите? Хайлайтер бело-сиренево-розовый, то есть это хроматический эффект. Очень красиво сияет, прям идеально заходит ко всем этим теням, которые я намутила. Сделала какую-то маску себе на лице, но мне реально нравится. Такой стиль я прям обожаю. Это хайлайтер не какой-то. Это хайлайтер, который не имеет какой-то, знаете, там а-ля нереальное свечение, но он очень хорошо переливается, очень хорошо бликует. Что ж, остается помада. Признаюсь честно, мне ее больше всего интересно протестить и по цвету, и по всему, потому что ее количество меня вдохновляет невероятно. О, какая прелесть. Очень приятная. И цвет супер. Да-да-да. Интересно, сколько она будет стойкая, но заодно и посмотрим. Сейчас поеду на съемку с этим макияжем, посмотрим, как она вообще продержится, как все будет выглядеть. Кожу специально не буду покрывать пудрой, потому что мне интересно протестировать, как это будет выглядеть. Но мне кажется, выглядит очень хайпово. Оцените мой макияж от 1 до 10. Прошло несколько часов. Так, смотрите, я уже была на улице, только пришла. Сейчас снова иду на улицу. Все на моем месте осталось в том же виде, в котором и было. Считаю, что временно мы пока что ставим лайк. Проверка пошла дальше. Прошло еще несколько часов. Так, что у нас, ребят, по макияжу? Ну, сейчас уже вечер, вот я пришла домой, умываюсь. С тенями все шикарно, здесь ничего не изменилось. Помада сама собой стерлась, но как бы она не обещала, что она переживет все. А я ела, пила, ела, потом еще раз ела, потом пила кофе. Короче, было много вариантов, что я делала. Сейчас я буду умываться. Как раз у меня для этого есть вот такая вот очищающая водичка с ромашкой. Сейчас будем тестировать. Упаковка, конечно, такая классная, что мне не хочется ее распаковывать. Я надеюсь, что все это время я снимала так, чтобы мое лицо было видно. Если что, мое лицо все еще выглядит так. Тыква. Очищающие пэдсы. Кстати, очень крутая тема. Сейчас скорее ее активно используют. Я все еще не понимаю, почему в России это не настолько распространено. Потому что, знаете, я считаю, что эта вещь должна быть столь же популярной, сколько популярное гидрофильное масло. Вот. Те, кто пользуются гидрофильным маслом, кому он заходит, те знают, что жизнь просто делится на до и на после. Но те, кто пользуются пэдсами, они тоже разделяют свою жизнь на до и на после. Поэтому пэдсы. Я все еще в восторге от этих потрясающих упаковок. Но почему корейская эстетика такая эстетичная? Боже мой. Все, что нужно знать о корейской косметике в целом, об их отношении к всему. Смотрите, внутри была коробочка с пэдсами. Сейчас мы к ней вернемся. Но также здесь дали специальный пинцетик, дополнительную крышечку, чтобы вы все это использовали. Грязными руками туда не лезли, ну просто идеально. Да. Похож на запах лимонада. Обалденный запах. Люблю такие запахи. Ну, вы знаете, я люблю вкус газировки. Это очень интересный продукт. Конечно, то, как он выглядит, я не знаю. Это невероятно красиво. Камера даже близко не передает. Короче, это увлажняющая и в то же время очищающая водичка. Ну, используем достаточно простое. На тампоны, на нашу. Вытираем лицо. Боже, пахнет невероятно приятно. Мне так нравится. Когда все лицо вытерли, кстати, с глаз тоже хорошо все смывается. Умываюсь водичкой и теперь беру мои пэдсы. Ну и все, просто за секунду.
Я уже использовала пэдсы, и обычно они меньше, но эти прям, они, во-первых, больше, а во-вторых, они реально очень круто все удаляют и очищают. А теперь настало время для очень интересной маски. Такого у меня еще никогда не было, потому что она очень странная, и знаете, в чем ее прикол? Я вам сейчас все расскажу. И сейчас с вами мы попробуем вот эту вот масочку. Открываем. Перед тем, как будет делать макияж, нужно, конечно, себя хотя бы минимально форму провести. Сначала я не поняла, почему посоветовали обычную тканевую маску, потому что, ну, у меня их много, и все они, конечно, классные, но это же не так интересно. А потом мне прислали комментарий, что это ночная тканевая маска. Короче, смысл в том, что ты ее наносишь за 20 минут, ходишь, занимаешься своими делами перед сном, потом ее снимаешь, похлопываешь по своей коже, и на коже остается некая пленка. И ты прям вместе с этой пленкой ложишься спать. На утро умываешься, и твое лицо, типа, должно стать як свежий персик. Поэтому посмотрим на як свежий персик на следующее утро. Вы тоже в ванну ходите с напитками? Прошло 20 минут, я снимаю маску, и в целом все, я готова идти спать. Кстати, самые внимательные, запомните этот кадр, в конце я вам кое-что покажу. А потом я пошла спать. Короче, я проснулась, я покушала. Просто посмотрите на мое лицо. Я не знаю, как это описать, но у меня сейчас лицо выглядит так, как будто я уже целый день чем-то занималась, в том плане, что нет вот этого ужасного утреннего отека. Все как-то очень хорошо подтянулось, и даже как будто вот эта моя новейшая века, которая обычно у меня вот так вот лежит, особенно по утрам, это прям вообще вот так вот, оно выглядит совершенно нормально. Ну, типа, я, конечно, понимаю, что волшебство это вообще не про всю нашу историю, не про наш мир, но я действительно вижу очень большую разницу между тем, как я просыпаюсь обычно, и тем, как я проснулась сегодня. Абсолютный восторг. Вы же видите разницу? Что ж, ребятки, спасибо вам большое за такую наводку. Озон Глобал просто супер, доставка потрясающая. Я безумно всем довольна. Считаю, что продукты, которые вы мне рекомендовали, они реально абсолютно мега-класс. Не забывайте про промокод и смотрите описание у меня под видео, потому что это важно. Песня для самых внимательных. Знаете что? Когда я монтировала это видео, я подумала, что выгляжу здесь подозрительно, потому что самые любопытные и самые внимательные могут заметить это. Окно! А там день, а я говорю, что я иду спать. Но сейчас я покажу вам волшебную магию, и выглядит эта волшебная магия так. Ну, в общем, короче, у меня вместо нормальных штор, они у меня, конечно, тоже есть, но здесь у меня находится вот такая вот ширма, знаете, как в студиях называется, рулонка. Поэтому, когда мне нужно достичь эффекта а-ля у меня вот солнечный свет дома, даже если я снимаю глубокой ночью, я просто ставлю туда прожектор, оно подсвечивается, и, соответственно, ну, получается, как здесь. И как-то вот так вот это выглядит. Неосвещенная часть, освещенная часть.